Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня с вами Денис Стойков, я Анастасия Чернобровина. Уже пятница, 20 ноября. Мы продолжаем наш эфир. Ну что же, пятница, а вот уже в воскресенье, в это воскресенье, в 18.15 на нашем канале главная премьера выходных. Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» возвращается. Это будет новый формат любимого шоу. Новые правила, новая студия, новая музыка, неожиданный состав жюри. Ну и, конечно, самые одаренные дети страны. Они подготовили невероятные номера и уже готовы удивлять всех нас. «Вся власть юным талантам» – таков неофициальный лозунг нового сезона. Сегодня у нас в гостях автор-ведущая проекта Дарья Златопольская и новый член жюри – певец Дима Билан. Доброе утро. Доброе утро, Дима. Ну, я думаю, что сейчас все дети прильнули к экранам, все подростки, и говорят, Дима, неужели будет «Синяя птица» Димы Билан? Ну, это, наверное, первая неожиданная и самая приятная новость для всех зрителей. Можно я прям на секунду отвлекусь к организатору? Даша, какие неожиданности в первую очередь? Я слышала, что детям дадут полную свободу, и они будут выступать дольше, и даже кто-то будет решать, насколько будет дольше. Каждый сезон мне задают вопрос, что нового в этом сезоне? И обычно этот вопрос ставят в тупик. А теперь тупик только один, потому что из всего, что будет нового, нужно выбрать что-то одно. И, конечно, если мне нужно выбрать что-то одно, то я бы сказала про Диму, потому что я Скорее, кто новый в сезоне? Да, я очень счастлива, что... Новый молодежный Дима Билан, понимаете, абсолютно. С новой классной прической. Потому что я очень счастлива, что Дима пополнит наше жюри, поскольку мне вообще очень нравится то, как он работает с детьми. У него собственный фантастический опыт участия в конкурсах и очень успешные. Это единственный наш российский победитель Евровидения. И кроме того, вот в последнее время мы с Димой вместе участвовали в двух таких серьезных программах, в том числе на Мамаевом кургане. И я увидела, что артист Дима Билан — это очень глубокий человек, который очень развивается в своем творчестве. Поэтому мне кажется, утро что... Утро мое задалось, я чувствую, да. Мы задался целый год, да, поскольку ты согласился. А по поводу твоей белой студии, ну мы сейчас несколько на другом. Да, поэтому дети сейчас слушают, в первую очередь дети, которые услышали, мы уже неоднократно говорили о том, что я вернусь к своему вопросу, что у них появится возможность выступать, возможно, дольше, чем они даже сами планировали. Кто будет принимать это решение? У нас всегда была возможность у детей импровизировать после основного номера, показать еще что-то. Но, во-первых, не все дети эту возможность получали, и в этом смысле мы уравниваем права всех участников. Теперь эта возможность появится у каждого. Так. А вот насколько длительным будет это выступление, это будет зависеть от членов жюри. Каждый из них получит 15 секунд, которые они смогут дать ребенку для дополнительного выступления. Из этих 15 секунд сложится, ну, в лучшем случае, минута. Это уже много, в течение которой ребенок сможет что-то еще спеть или станцевать какой-то другой танец, или вообще показать свой какой-то совершенно неожиданный талант. Я слышал, что вроде бы в этом сезоне появляется какое-то колоссальное количество разнообразия новых жанров, и уличный стрит-дэнсинг, и масса всяких различных каких-то новшеств. Вот, да, мне кажется, тебе об этом известнее больше. Ну, вообще, мы когда снимались в промо-ролике, мы уже увидели вот этих классных ребят, которые у нас будут очень хорошие дети-чемпионы по скейту, мальчик, который танцует брейк-данс, девочка, которая потрясающе совершенно свистит, причем абсолютно все, что угодно. Я первый раз такое вижу. То есть вот она может... Я уже в ожидании, кстати. Да, то есть она может посвистеть все, что угодно. Родители ей не запрещали. Вас хотел спросить, вот вы в ожидании чего от этого конкурса, вы новый член жюри, что вы ждете лично? Во-первых, я очень люблю нервничать. Мне нравится переживать, мне нравится поддерживать, мне нравится помогать. Я также, конечно, может быть, известно, участвовал в нескольких сезонах другого проекта, где главное то, как человек исполняет музыку. Вот. И я общался и с детьми, и с их родителями, конечно ты же. Ты мой любимый наставник голоса, кстати. Я не вижу проблем назвать это шоу, потому что мне очень нравилось, как ты работаешь и с детьми. Мне кажется, что это просто тоже открылся твой дар определенный. Ну, смотрите, вы оценивали ваше непосредственное направление, да, голос. А сейчас это рамки расширены, то есть тут У меня же есть опыт, у меня же есть вкус.
У меня же есть понимание прекрасного. То есть вы будете оценивать, что нравится, не нравится? У меня есть классическое образование. То есть я, в принципе, могу различить. Например, не знаю, Шуберта от Шумана, может быть. Вот, может попытаться попробовать это сделать. Больше, чем требуется. В чем, наверное, еще особое будет удовольствие у Димы, как у члена жюри? Ведь тоже когда-то начинал. В сколько лет, Дим, начали? Я начал свою свободную абсолютно жизнь даже от родителей с класса, наверное, второго. Почему? Потому что мои родители были против того, чтобы я пошел в музыкальную школу, а за мной ходила преподавательница по вокалу и говорила, что у вас талант невероятный растет. И я пошел сам, записался в музыкальную школу. Просто вы понимаете, какая поддержка все-таки нужна детям во время их выступлений, когда они все-таки маленькие, согласитесь? Я знаю, но, во-первых, нужно быть честным всегда. Я стараюсь всегда говорить так, как есть, потому что человек должен знать. Ну, ты видишь по психотипу, ты понимаешь, кому можно это сказать, кому это сказать нельзя. Вот это как раз тот талант, о котором я говорю. Я обратила внимание, насколько ты по-разному ведешь себя в зависимости от того, как вот что ребенку необходимо. Потому что дети есть разные. Кто-то, вот очень здорово сказал один режиссер, который был в «Белой студии», он сказал, что есть люди-лимоны и есть люди-цветочки, артисты. Mm-hmm. Да, артист-лимон, ты должен на него давить для того, чтобы выжать из него этот сок. Есть. А артист-цветок – это тот, кого, поливать, если ты давишь, он просто завянет. Ты должен, наоборот, его удобрять, поливать. Мне просто очень нравится эта метафора. Уверена, многие детишки захотят, чтобы вы с ними спели. Вы им не откажете? Да, конечно. А если каждый все детишки бросятся к Диме? Главное, чтобы я эту песню знал. Понимаете, в чем дело? Можно подготовиться. Просто как выбрать того, с кем ты будешь петь? Мне кажется, это безумно сложно. Может, это будет одним из бонусных призов для победителя? Хорошая подсказка. Пожалуйста, организатор. Да, что концерт с Димой Биланом. В концерте я могу, конечно, естественно. Нет, но на самом деле понятно, что все наставники «Синей птицы», все члены жюри, они, как правило, как раз знакомятся с детьми на конкурсе и потом приглашают их в свои выступления. Ну что, мы желаем удачи вашему проекту в этом году, несмотря вообще ни на что, потому что проект этот любит семьями, и у него точно совершенно продолжение будет фантастическим. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем вам смотреть большое очень спасибо. Скоро. Спасибо. У нас в гостях были авторы и ведущие шоу «Синяя птица» Дарья Златопольская и певец Дмитрий Билан. А мы напоминаем, премьера уже в это воскресенье на телеканале «Россия» в 18:15. Не пропустите. В прямом эфире.